Доброго времени суток, дорогие детишки. Всех снегом с первым, пацаны. Напомню, вдруг кто-то пропустил. Май месяц на дворе. А если быть точным, сегодня уже 10-е, кажется. То бишь... ну и заодно всех с прошедшим праздником, понятное дело. Я поэтому ничего не постил, чтобы... Ну, все пьют, кто смотреть будет, понимаете? Ну, как пьют, отмечаю. Ну, по крайней мере, я так предполагаю. Возможно, кто-то где-то не отмечает так прямо уж. Ну. Усугубленно, так сказать. То мне неведомо. А вот отмечают ли данные граждане на Ишимуре День Победы Айзека Кларка? Или нет? Это тоже тайна сия великая есть. Потому что победу этой полной не назовешь, судя по происходящему на этом... Сиране корабле. Опять станок. Только что же был. Ну ладно. У меня, по-моему, пара нодов появилась. Дай-ка мне спида немножко. В переносном желательно смысле, конечно же. О, следующие три нода будут в жилу. Очень даже неплохо зайдут. Не к ночи будь помянуто. Кстати, я тут внезапно подумал. В предыдущем ролике, когда я пришел, вернулся обратно вот в такую комнату, которая у меня справа сейчас находится. Там я мины расставлял же, да? Я вернулся, и лут лежит. Я еще сказал, типа, о, блин. Что-то здесь кто-то, походу, дрался без меня. А потом думаю, наверное, ни хрена. Там же просто две мины лежали. Собственно, мои же установленные мины. Поэтому и вентиляция не разрушена была. Значит, там никто не вылезал, просто, видимо... Существует какой-то верхний предел, как количество мин, которые можно расставить. Допустим, одновременно не более 3-5 хз. Сейчас посмотрим, случится ли что-нибудь. Я потестирую, так сказать. Где еще вентиляция есть? А вот здесь. Вот три расставлены. Так, зря я, кстати, это сделал. Так, пока вроде никто не выскакивать не собирается. Ну-ка, вот. 4. 5. 5 мин максимум можно. Окей. Поэтому и те две там оставались. Так и запишем. Это, в общем-то, достаточно полезное знание, которое, возможно, в дальнейшем пригодится. Кто его знает, правильно? Ну, когда будет особо... Лютый бешеный замес. Что-то мне эти звуки перестают нравиться. Серьезно, у меня нет места? Как? Why? Ну-ка, возьми это. И схавай. И бывай истину. Все равно не хватило. Вот у меня здоровье дофига. Чего же умираю это с двух ударов все равно? Что здесь как-то... Стоп, я вообще здесь был? Что-то мне это все очень сильно напоминает. На чем прошлый ролик, блин, закончился? Я что-то не понял. Да я же был здесь. Там еще мужик в конце сидел в коридоре. В темном. Что-то я не догнал краями. Это они... Коридор просто скопировали? Копипасты сделали? Или... Или я кругами... Кругами тут хожу. А ты не хочешь? Тихо, кто сказал мяу?
Кто-то, блядь, сказал мяу, я слышал. Что-то мне сыкотно, я не... Что-то мне как-то сыкотно реально здесь. Отходишь? Нет музыки. Подходишь? Есть музыка. Дискотека. А кто там? А, вот ты кто. Эй, ты, слышь, мужик. Я тут. Так, вот там тентакли сейчас вылезет, как пить дать. Обожди, я тут не видишь с минами разбираюсь. Блять, что это за хуйня? Ёб твою мать, я ж так пересрал, кто бы знал. Ты, сука, чё так тихо подкрался? Я аж матом выругался от неожиданности. Ты откуда? Бля. Суки, бляди, что вы делаете? Стоп, на чем он подорвался? Я отчетливо слышал, как мина взорвалась. Да. Что-то мне стремительно. Стремительно захотелось бегать, сохраниться. Ибо воистину. Давайте не будем так делать. Слушай, я мне страшно, бля, писец. Такого что-то давно я не припомню. В Dead Space. Уж точно не в предыдущих эпизодах. Такого не было, блин. А тут что это такое началось-то, я не понял. Что это началось-то? Давайте расслабимся как-то все. Я еще отойти не успел от всего. От праздника, так сказать. А вы тут мне вот такое устраиваете. Ну нафиг. А. И главное, как эта сука подкралась ко мне, блин. Просто втихую, блин. Вообще без слов. Без рыка, без ничего. Я этот... ну... граблю над плечом его заметил, блядь, последний момент. Аж дар речи потерял, блядь. Чуть не... Чуть портки не пришлось бежать менять, блин. Скотина, блядь. Кто их научил такому плохому, блин? Сволочи. Давайте так не будем. Все-таки. Мне гораздо больше нравится, когда вы мне в лицо хотя бы бежите просто. Лучше бы я вообще никого, конечно, не видел. Но если уж так, то хотя бы спереди заходите. Чтобы я знал, откуда. В какую сторону начинает мочить козлов? Долбаная лампа. Я подумал, что это, блин... Мина моя стоит, хотя вроде как... Не должна, да? Ну нахер. Блядь, не дай бог сейчас тентакль, сука, вылезет. Пожалуйста, не надо. Не надо. Я вот не помню, ну... А, тут сейф прям за углом был, твою мать. Я так и знал. По-моему, когда я игру проходил первый раз, я сделал ровно то же самое. То есть я после этого момента побежал обратно, чтобы сохраниться, а потом сказал, что здесь прямо за углом был сейф сам себе. Наверное, я и в первой игре так делал. Мы так... А, я здесь что-то делал когда-то, да. Лифты там, вот это все, ага.
Да. Тут всякие крокозябры выскакивали. Интересно, а лут? Лутчанский тут появился еще новый какой-нибудь, а? Вот буду знать. Стоп, меня разве не сюда? А. Большая красная кнопка. И, собственно... Вы бы хоть намекнули? А то как-то... Я же не понял сразу. Я вижу, что всякие зеленые огоньки мигают. И, наверное, надо что-то заменить. Что, вы серьезно хотите, чтобы я снова включал эту стиральную центрифугу? Ну, она нихера не работает, эта штука. Или она заработает резко, когда я все их... Вот в чем соль. Вы мне предлагаете трубы соединить? Кто бы мог подумать. Это что за звук сейчас был? Да. Блин, влезай в домик! Чё-то не хочет. Why? Ну это туда явно идет. Это единственное место, где есть прямая труба. Ладно. Какого хера сейчас произошло, я не знаю. Она просто отказывалась. Ему как бы говорят... Иби, иби, а он не стал, потому что гордый очень. Не-не-не-не-не, не сюда. Где там еще где еще специальное отверстие есть? Вот это? А где специальный девайс последний? Ну-ка. Где тут что-нибудь красненькое зеленеется в углу? Есть такие места? Наверное, в каком-то особо злачном углу. Force Energy. Force Energy мне нафиг не надо. Ну ладно. Нехай будет. Элли, тут все сломалось. Да, и все летает. Я, кажется, смогу это все починить. Это, конечно... Ладно, там, бла-бла-бла, поторопись, все такое. Это, конечно, феерично, что он решил начать вот это все нам объяснять. После того, как я большую часть сделал, как бы. Это как так-то? Хз, я что-то не вижу, где последняя запчасть. Она реально в каком-то злачном месте лежит определенно. Может быть, она снаружи вообще? Мне терзают смутные сомнения. Ну, типа... вон она. За большой круглой дверью, думал я. Было бы довольно интересно, конечно, если бы оно так и было. Но нет. Мне вот интересно, кто сконструировал эти модули вот так? И зачем они это сделали? Нет, я, конечно, знаю, для чего они вставили этот пазл прямо вот сюда. Для того, чтобы дать игроку расслабиться после адского врыва со спины предыдущего. Определенно. Только боюсь, что сейчас будет еще один адский врыв.
И что, вы мне предлагаете туда спуститься? Зачем? Я не хочу. И не буду. И не просите меня. А ларчик-то просто открывался. Оказывается, мне больше ничего не надо здесь. Прелестно. Сейчас на обратном пути, значит, нам уроды всякие будут встречаться. Как пить дать? Вот как пить дать. Бля. Ну, харе. А, о, твою мать. Я и думаю. Я же помню, что я его видел. Кто-то взорвался на мине, блядь. Я же помню, что я видел это щупальце по мере прохождения второй части игры. Тогда. Первый раз. И вот оно тут как тут. Но это глюк, оказывается. Да что не так-то? Я же слышал. Почему я продолжаю слышать взрывы мин, но все мои мины на местах? Как работа, которая тоже на местах. Но я же не... Меня же не глючит, как Айзека. Ага. Вот где она взорвалась. Я уж думаю, я совсем плохой стал, блин. Видимо, можно сэкономить на патронах и собрать все свои мины взад. Ну. В переносном смысле, конечно. Слышь, Мишель, или как тебя там? Прекращай. Прекращай вещать мне в ухо всякое. Свои влажные фантазии по поводу пенетрации Айзека различными способами интимного характера. Потому что это... По сути, все, чем занимаются эти монстры. Ну, некроморфы. Твою мать. Я тебя вижу, мразь. Сейчас отсюда вылезет. Нет, не отсюда. Как-то я не очень удачно эти мины расставил. Нахер иди, блядь. Ёб твою мать. Вы чё, попутали совсем? Да, блядь. Ёб твою маму. На по морде. Блять. Как они меня раздражают, кто бы знал. Вот эти меня просто бесят, блин. Я даже... У меня просто цензурных слов по их поводу нету, блять. Еще и мина криво встала. Откуда ты там вылез, падла? Места очень мало здесь для мин, блин. Меня задевает ваше пренебрежительное отношение. Откровенно говоря. И бесит, что они с двух сторон постоянно выскакивают. Суки.
Тихо, что за нахер? Все, блядь, успокоились? Сука, блядь. Понравилось, мразота? Ебаный в рот. Ну я перезаряжаюсь, не видно, что ли? Да, блядь, да сколько вас? Да, блядь, пошли вы нахер, блядь. А вы в жопу не пошли, например, блядь, в таких количествах, ёб твою мать, выскакивать, блядь. Это что за херня, блядь, в такой... Суки, блядь, хер сосите мой, блядь, солёный, ёб твою. Что это за параша, блядь? 20 рыл, блядь, давайте туда засадим, блядь. В эту сраную, блядь, метровую комнату, блядь, метр на два нахер. Вот это уже реально бесит, что за параша, блядь. Еще пидоры эти замедляющие, блядь. Блядь, долой цензуру, блин, на этом этапе. Вы что, говна поели, суки? Вот это уже ненависть откровенная. Гандофилы, блядь. Еще и со всех сторон, блядь. Оно еще не сломалось? Ну, че ждем, блин? Хули вы лезете, блядь, со всех сторон? Да, блядь, Азик, ты еблан, что ли? Какого хера? Долго мне дрочить эту Y-кнопку, блядь? Чтоб ты сраный, блядь, телекин... Эту херню, блядь, заморозку сделал. Что за параша, блядь? Давай бы вам полдня перезаряжаться, блядь, чтоб тебя нахер ушатал какой-то еблан, блядь, черножопый, блядь. Сука, ты бесишь нахер, блядь. Дебилы, блядь. У меня аж еда с завтрака начала ртом выходить, блядь. От такого поворота, блядь. Суки, блин. Реально, вот меня эта херня раздражает больше всего, блядь. Когда, блин... В замкнутых помещениях происходит вот такая параша, блядь. С таким-то управлением, блядь. Не быстрым. Будем говорить откровенно. Да ебись конем, мудак! Ты как это сделал, блядь? Сука, хули мне так долго эту кнопку нажимать надо, блядь? Чтобы что-то произошло, блядь. Блять, ну это уже просто за гранью, блядь, добра и осла, блядь. Я даже среагировать не успел, блядь, он просто на мне, блядь, появился. В ёбу дались, блядь. Сука, это конкретно бесит, блядь. Чё за нахер, в конце концов? Ёб твою маму, блядь, 8 раз. Давайте бесконечное количество дырок, откуда они, блядь, появляться могут, нах. Сделаем, блядь. Уроды, блин. Сука, вот эту мину ты нахера трогаешь? Да перезаряжай ты, еблан, ты чё, блядь, не умеешь автоматически?
Заебись, блядь. Да, бля, пошел нахер, мудак мелкий, блядь. Уничтожу нахер сейчас тебя, бля. Ебаться в рот. Вы прикалываетесь нахуй, что ли? Ёбаный, блядь, по голове, когда он успел? Блядь, это уже просто какой-то пиздец. Сгинь, мразь, блядь! Бля, их там двое уже. Бля, это просто пизда какая-то, бля. Как они вообще нахер себе это представляют? Ебать их в рот, блядь. Четыре гондона, все с разных углов, блядь. Два из них замедляют. Вы говна ли не поели, блядь? Мудозвоны вы сраные, блядь. Еще и, блядь, мины, блядь, продолжают нахер взрываться, сука, от других мин, блядь. Ебаньковы, блядь, мудацкие, блядь. Открывай речи, блядь. Че меня, блядь, ждать приходится? Когда не надо, блядь. А когда надо, сука, так вы сразу вылезаете все вместе, блядь. Нахер иди, блядь. Твою, блядь, мать. Жопу иди, малой мудак, блядь. Отсосёшь, блядь, сейчас. Педрила, блядь. Блядь. Да ты прикалываешься, что ли? Тебя нахер на мини взорвало, блядь. Ёб твою мать-то. Ебанат ты уродский, бля. Сука, да это просто ненависть какая-то. Сколько нахер раз я уже здесь сдох, блядь? Блядь. Перезаряжай, мудак, быстрее, блядь. Ёбаный по голове, блядь, полдня ждать приходится, блядь. Блять, реально какой-то ненависти эпизод, блять. Ну что это за параша, блядь? Суки, шелудивые, блин. Спать, блядь. Да ёпта, вот ты их... Пидорас, блядь. Блядь, что это нахер было сейчас? С херали, блядь, я даже встать не смог, блядь. У меня пол хп еще было. Ебать, какого хера я помер-то сейчас? Это что за, блядь, дресня вообще, блядь? Блядь, да вы что нахуй издеваетесь, блин, реально? Бля, извините за мой французский, но это уже пизда какая-то, реально. Мохнатая, блядь, такая дыра, блядь.
Как этому еблану попасть, блядь, в сраной миной? Он заебал уже ее обходить каждый раз. Блядь, мне сломать что-то хочется нахер. Бля, ну вот последняя смерть просто какая-то за гранью, блядь, реально была. Полностью за гранью. Схерали, я сдох-то, бля. Чего, блядь, сука, ты откуда нахер здесь взялся, ебаный урод, блядь? Да ебаться в рот. Да что такое-то опять? Да, блядь, это схера ли я умираю-то, ебаться в рот, блядь? Да, блядь, что это нахер такое? Бля, ну это уже просто вымораживает. Я вообще не понимаю, какого хера происходит. Это чё, блядь? Меня задрало, откровенно говоря, что мои мины, блядь, взрываются от любой херни, которая в них залетает, блядь. Какой-то странный баллон откуда-то прилетел, блядь. Чё он, блядь, здесь сделал? Откуда он взялся здесь, блядь? Это оттуда, что ли? Рулон этот ебаный прилетел. Гондоны, блядь. Еб твою мать. Сука, блядь, за вымя себя пощупай. Да, блядь. Сука, там же не видно ни хера. Ёб твою мать, у меня не то в руках бы. Бля, какого хера он встал и пошел, блядь? Какого хера, блядь? Он на мине нахер взорвался, блядь. И там из-за дыма я даже не видел, что он вообще там еще, блядь. Я думал, там его разметало нахер, блядь, как и должно было быть. Схера ли он, блядь, вообще никак не отреагировал на ебаную мину? Вы чё, блядь? Попутались, суки, бля. Уроды, блядь. Долго мне еще в этой говёной, блядь, комнате тусоваться? Ебаный, блядь. Давай полдня здесь проведем, ёптво. Суки, блядь. Бегом, бля! Так, ёб твою мать! Все, блядь! Между ног пролетело! Блядь! Джойстик! Ёб твою маму. Да ёб твою маму. Ты как харкать меня собрался, блядь? У тебя головы нету, блядь. Суки, блядь. Уроды ебаные, блядь. Ненавижу вас всех, блядь. Весь нерв мне съели, блядь. Гондоны, блин. Дверь открой, блядь. Это же просто писец какой-то, блядь. Даже патронов не жалко на этих ебланов, блядь.
нахера ли я не могу, блядь, выключить мину, когда у меня нет обоймы? Почему я не могу мины выключить, блядь? Кто-нибудь объяснит, блядь? Вот я нажимаю кнопку, с хера ли я не могу вот эту мину выключить? Может, ее там нет, блядь? Может, это мираж? Это что за глюки, блядь? Охеренно классно, блядь. Это что было сейчас? Это спустя годы, блядь, кто-то баг сраный нашел в вашей игре, блядь. Прекрасная идея, бля. Да в жопу этого Стросса, бля. Пошел он нахер, бля. Почему, блядь, Стасис перестал восстанавливаться, а? Вот теперь только восстановился. Сука, заебала. Козлина, блядь. Давайте еще в лифт кого-нибудь посадим сейчас. Странно, что нет, блядь. Или у магазина давайте кого-нибудь оставим, блядь. Для полного, блядь. Твою мать, что я сожрал сейчас? Хер с ним. Пускай будет, блядь. Мне задолбало с неполным здоровьем бегать, блядь. ЕСП еще помогало, блядь. У меня столько впечатлений, что... Последние два мудацких раза я умер на своих же минах лишь. Ну, то есть, не когда ему прям в лицо мину метнул, а типа, когда они до этого. Даже я не знаю, еще я мог умереть, блядь. Ну, если насчет второго раза еще может быть, блядь. Ну, может быть, потому что я там... Ну... Относительно близко к стене был, блядь. Еще допустить, можно допустить, блядь, что так оно и произошло, блядь. Но самый первый раз, когда я вот таким образом, не помять, чё, сдох, блядь, я был в таких космических ебенях от этой мины, что, блядь, взорваться на ней я не мог, блядь, вообще никак, от слова никогда, блядь. Уроды, блядь. Блин, лучше бы меня пугать пытались, чем бесить вот так вот адово, блядь. Где этот трамвай мудацкий? Желание, блядь. Не, вообще заканчивать надо, но я хочу посмотреть. Прекрасно, блядь. Он что, с ними воюешь, что ли? Мужик, ты с ними воюешь или что? Да слушай, иди ты нахер, малай. В конце концов, блядь. Понаставили мудаков, блядь. Сколько я... Просто был обмазан этим говном мелким. Мне показалось, что он хочет от них избавиться. Или это глюки мои были? Да. Хер соси, блядь. Ушлёпок, блядь. А, блядь, классно, блядь. Вы-то мне и нужны, блядь. Это просто лампочка. Я думаю, вам патроны полезные улетели туда. В космические ебеня, блядь. Заберите меня отсюда, блядь. Да-да, он тебя укусил за манду, блин. Бла-бла-бла, как теперь жить дальше? Теперь у тебя будут мандавошки, блядь. Да уж. Это натурально здоровый кусок говна заблокировал все.
Иди нахер. Тут сейф раньше стоял. Где он, блядь? Думаю, здесь что-то произошло нехорошее. Может, ты нахер пройдешь? Блять, а ты откуда еще взялся? Вас, блядь, не многовато ли? На, в яйца. Или что там у тебя? Давненько я не брал в руки, блядь, снайперскую винтовку. Почему такая пафосная музыка? Вот это говно пыталось вскочить. Вскакивает только хер поутру, блядь. И то не всегда. И не у всех, блядь. Только у тех, у кого он есть, конечно. Да и то не у всех. Даже так можно заметить. Все равно. Некоторым не фартануло, ёпта, блядь. Не к ночи будь помянуто. А то вдруг кому пригодится ночью. Хер знает. Ну-ну. Звуки они, блядь, издавать будут тут, понимаешь? На, сюрприз. Почти как мороженое. Только невкусное, блядь. Чей башка? Где ты? А ну стоять. Как ты классно не обратил внимания на мою мину. Уёбыш. Да, блядь. Слышь, завались, блядь. Бесишь, мразота. Мины они мои, блядь, будут оббегать, блядь. Оббежал один такой, как говорил дядя Федор, блядь, закапывая кое-кого. С помощью кое-чего, кое-где, блядь. В темном, сука, углу, блядь. Давай-ка ты нахер иди. Интересно, а в какой... В этой игре вообще были... Регенерасты? Я как-то смутно помню, честно говоря. Может быть, они их в этой части устранили? Справедливо решив, что это было слишком. Заебись, блядь. А чё ты такой быстрый, блядь? Да ёпта, что там происходит? Может, ты еблет свой заткнешь? Да сколько у вас там, блядь? Ну схерали! Вот с какого хера я, блядь, от этого взрыва помер? Ебать, где он был, а где я стоял, блядь? Вы ёбу дались, что ли? И мне это заново предлагаете сейчас делать все, блядь? Вы чё, говна поели, бляди? Ебать, а какого хера их опять, блядь, 20 рыл-то здесь? И откуда эти суки выскакивают, блядь? Постоянно. Да ёб твою мать. Вы задрали уже, блядь, просто под вами мина взрывается, а им хоть бы хер, блядь. Отлетел. Нихера не отлетает вообще, блядь. С какого блядского перепугу, бля? Вы их иногда просто игнорируете. Вы ебланы, бля, говна поели, бля. Блядь, поставь это говно сюда. Мне заебали уже проходить через эту парашную дресню, бля. Откуда они, блядь, тут еще лезут? Оттуда, что ли? Бля, она взорвется от этой, сука, как пить дать.
Вот. Вот опять он просто срать хотел. Да ёб твою мать-то, бля! Ты сука сраная, хули ты взорвалась-то? Я даже рядом там не стоял, блядь. С какого хера ты, блядь, включилась? Мразь, блядь, сраная. Разве их не было больше? Бесит эта блядская херня уже. В конце концов, блядь. С хера ли она взорвалась-то, блядь? Между нами метров, блядь, 15, наверное, было. Расстояние, блядь. Ну что это за херня-то, блядь? Такая параша серьезно вымораживает, блядь. Это ни хера сложности не добавляет, это просто бесит тупо, блядь. Ебаться в рот. Да ёб твою маму, блядь! Говна кусок взрывающийся. Бесите, блядь, реально. Откуда они появляются? Они просто из этих труб, что ли, вылезают? Давайте в каждой комнате менять, блядь, условия, по которым игра, блядь, происходит, да? Очень классно, блядь. Просто, чтобы они рандомно появлялись, откуда им вздумается, блядь. Ну, разумеется, прекрасная идея, ёптвэ. Сейф поставили прямо сейчас мне здесь, блядь. Мне уже заканчивать надо было еще 8 минут назад, блядь. О. Там нот, как бы, хочется забрать. Надо, блядь... Перезарядку мин, что ли, прокачать. Пошел ты нахер вообще. Дверь откройте быстро, блядь, решительно. Здесь дырки секретные есть какие-нибудь? Еще есть? Окна разве что. Хорош разговаривать уже, блядь. Я уже устал, блядь. Мне похер, что ты там вообще вещаешь. Ты глюк. Так и знай, блядь. Да завались-то уже, серьезно. Что она там делает? Че там жрешь? Окей, это типа, как она сдохла? Это то, что... Тот кусок, который нам... Тот кусок, который Айзек все смотреть отказывался? Насрать. Блять, реально выбесил меня этот сегмент. Просто в хлам, в щи выбесил. Откровенно говоря, блядь. Ну это ж писец какой-то. Когда они вот так делают, блин. Ну я, ладно, я не против, когда их много, блядь. Даже одновременно, блядь. Но никогда, блядь, при этом у меня место 2 на 3, блин, ну, для маневра. Ну что это такое, блин? Это только фрустрацию может вызывать, блядь, и ничего больше, блин, когда... Я не знаю, блин, ну... Я еще могу понять, когда это в каком-нибудь там, я не знаю, Думе происходит. И то так, с натяжкой, блядь. Или в Квейке, блин, там, первом.
где других особо возможностей из-за того, что движок такой не было, сделать более саспенсно, блядь. Ну, здесь зачем эти, нахера эти приколы, блядь? Ну ладно, они там, надо им иногда появляться, блядь. Это внезапно, чтобы напугать, типа, якобы. Ну не такими же толпами-то, блин. Еще и, блядь, когда они мины начинают игнорировать, блин, и все такое, блядь. Ну, что это за хрень, блядь? Сука, бесит, блядь. Запикать, что ли, все нахер, блядь, я не знаю. А то прибегут, блядь, толерасты, начнут, блядь, блокировать видео, рестрикшены ставить и все такое, блядь. Хотя насрать, какая разница. Ладно, соответственно, на сегодня все. Шарьте лайки эти видео, оставляйте ваш фидбэк, наши книги для жалоб по предложению. А на секции или комментов внизу подписывайтесь на канал. Ну и до новых встреч в эфире, граждане.